Вместе выбрать достойных призвали жители региона представители партии «Единая Россия». В Саратовской области прошла процедура предварительного внутрипартийного голосования. Избирателям был предложен список из 300 кандидатов, претендентов на кресло в региональном парламенте. Особенность процедуры предварительного голосования в том, что результаты не окончательные, но показательные для партии. Жители могли выбрать не одного, а сразу несколько кандидатов. Таким образом, дать им возможность занять определенное место в рейтинге доверия. Об этом также говорит высокий интерес избирателей к самому процессу. На праймерис 2017, по словам руководства регионального отделения, зафиксирована рекордная явка. В 8 часов вечера у нас закрылись счетные участки. И вот буквально свыше 290 тысяч жителей Саратовской области пришли на процедуру предварительного голосования. Это практически около 15% от общего числа наших избирателей. Особая активность избирателей наблюдалась в так называемые две волны – ранним утром в воскресенье и ближе к вечеру. Об этом сообщили наблюдатели от каждого из 300 кандидатов. Всего на 373 счетных участках в Саратове, Энгельсе, Татищеве, Петровске и других районах области работали порядка 1000 наблюдателей. По их словам, процедура предварительного голосования прошла без происшествий, грубых нарушений процесса и общественного порядка. На ряде участков, отметили ревизоры, праймериз для жителей стал даже настоящим праздником.